Видеоланнет «Мы вылез республикант» и тот маланнет талон программа «Аш» в студии Анастасия Тюрина и выпускен «Сомы Мечерес». Око титыщис ума. Задавайте себе в первую очередь такой вопрос. Облегчение или смягчение? Общественная палата вещковны кысища сыдмашисны котрылан ужалан ноккет. Уже залишь ос джепщи. Водитель данного автотранспортного средства был лишен водительских прав. Штраф ясыщ пыш ялыщ ясыс, кудалы на телефон ясоцыган. Слабо дали ноль ще комын. Готовились мы всем миром, как это называется. Эжва район КПДПАС есть юбилей. Республика и Воджокута основаны джонь тащан ужья с ярега пощелокен. Тайлыш личный прием дырье юртыс Сергей Гапликов. Сыорды шуэчвис ань коды нураши строй баясвылы. Фундамент пакище вевт вияла штен яс потлашены. Олыш яс вичущены кор на яс вужадасны. Регион савичка дышерте ужья основаны кужа эм шорничам Лукойл котрыкэд. Поэтому я думаю, что ярега в определенном смысле переродится. И будет действительно серьезным таким современным поселком, потому что надо отдать должное всем, кто там жил. Во-первых, они создали эти все предпосылки для успешного развития месторождения, вопросы работоспособности этого предприятия. И, конечно, мы уже обговаривали эту ситуацию, что люди должны действительно заслуженно быть оценены, все-таки условия должны быть созданы современные, качественные и комфортные. Емден солыща с юлащусны кыджи арталана кирка с биен шонте. Илящусны гагарвотем шыт ясвылы. Сергей Гапликов щиты сынды драйон савешка длыща слы ту явны артмам щерпас. Буден лыкоды шуэчи с прием вылы вуас вочаков тая пасема олан пасен. Регион савишка длышетис инде дрегид якаден венне желене чиктен пошва кужа мучет. Сейчас олуща шуечисне юралыш дора отцегла. Места выса влаште ащань вочаковис эзвыв. Поштва теголуща с мата куем вежоннен. И корсия свичичне остыдне. Кывшета Светана Некрасовалы. Зеленечца олыш яс йона дезмумаш. План черти пышва кысичность нащетны август медвуджалуны, но талуныч сие абу. Коммунальщик яс чеволыны. Ковмис шоечины юралыч дора отцыгла. Сылынчык тем черти места выловой из район Савечкадлыш. Это все наши с вами вопросы, в первую очередь ваши вопросы, решались кем-то. На уровне, извините меня, главы республики или на уровне президента. Нет. Это хуже нет. Олег Иванович. Когда не можем сами четко определяться. И Андрей Алексеевич, не надо сейчас мне ничего говорить. По одной простой причине. Все это пустые слова. Котельная инвечка до черти помка с труба ясен. На из того вежлалисны, но подрядчик уж яс аскады из помов. Ну и штати помка, так что много он позже чинтыны убытка. Вот эта котельная нам приносит убытки в месяц порядка 600 тысяч рублей. Котельная у нас мощная. Мощность котельной 40,2 гигакалорий. Потребленная нагрузка у нас 4,5 гигакалорий. Это общая потребленная нагрузка. Котельная щетышонница колонач даст пыв унжик. Но та его звермы морчины олы сейчас вылопас я регион Савечка длыщ мучатся коло венны. Мы действительно оставили для себя задачу уже садиться новой модульной газовой котельной. Над этим мы работаем. Услышали поддержку в этом направлении от правительства республики Сергея Анатольевича Гапликова. И, соответственно, данная работа начата. Планируем, что к 2017 году строительство начать в данной модульной котельной. Сергей Гапликов, Ланчук, Тамбарин, Мучадыс, Венщис, Коммунальщик, Ясчерти, Пышва, Талун, Зеленица, Керкаясы, Войс. Светлана Некрасова, Евгений Ершов, Антон Ворожищев, Юрган, телеканал, Сыктывдин район. Республика Саюркарын бұрыданы пекнича санеменуча. Ташым зерсі түдвілас оз ұшкадны вешек олыма еспі. Лолым тұрылы шорнетесіні карса планерка дүрге, йона күлідес күк туй. Ваула вешкалысыны пати раву зашанын да машына әс. Пашкыжыка Татьяна Супряткина. Вода прибыла у нас до примерно почти по пояс. Затопила все электродвигатели, электронику, фильтра. Сейчас все разбираем, все слушаем, как оно будет работать, непонятно. Пекничаса уже добавили шталун, тот был ушкаданы самым машина вылын визжес. Но сы косты тая мавчан цеха слою нащуралис и тая гараж яслы чыч. Машина из дюньтачан эмбур, ва ниным эс жалит. Дорьяны кырт вовеса эс удитным. Вода где-то прибывала 2-3 часа. Вот. И прибыла она очень резко, когда стенка обрушилась у заправки. Буквально хлынул поток.
А тая щен москищи сваулан, кирпич яс некун метра лна лебесны. Ва эр жалит и тая офисы. Джонь тачан таны помавлесны, как вежон саян, и суталан сыщенам эсколь. Краска лечис эмбург пыктис. Когда мы поняли, что вода не остановится, мы предприняли какие-то возможные меры, подняли наверх часть оргтехники, какие-то документы, но вода добралась до сейфа, часть документов уничтожена, стулья, столы пострадали. Ну, обстоятельства развивались очень быстро, что успели спасти, то спасли. А с влазилища спасены шочные юрды. Вот в арталом черте убытка с неком еще щурс. Мы же аспы сотая ливневая канализация. Бурака труба стырыма лып йоган. Талон татче локтан на эко десла машина свечкалы сензерулы. Ватыра уличья стыветлым высна. Лыбы электроника кыртвы вяз колокочтыны. Кола пелькадны и орбита савыль бащейн посводжен. Йоназырым высна се ойдис, вапыриз щтения спыр. Чуранжик лойга гарвана, помкас ливнев канжи. Проблема была в том, что ливневая труба не справилась с потоком воды, и на стыке двух труб сорвалось уплотнительное кольцо, и за счет этого вылилась вода, получается, в фойе бассейна. Оперативно сработали, вызвали МЧС, и через 2 часа бассейн-арбитр работал в штатном режиме. Чиноптики ощерти час до джуньян уще стылыща норма зэр. Тавасна коммунальный обмысл ужалыща спелькаданы кар коймы луннин. Зэр торкис джунтачан удж и шон читан котырлыщ. Чуралыз и выль берег дорлым. Ва лэчонлинес из верманы кутны ойдым. Джунтачны таны заудитеснен. И кар савечка до щерти. Юдор вощтыны аскады. Озартмы. Татьяна Суприятлина, Виктория Палкина, Павел Люнемин, Юрган, телеканал Сыктывкар. Вежен чеш, куталысны кыв куттен водитель ясэс. Суд приставияс автоинспектор яскет, учеш кыялысны наяс кодяс, оз мунтыны штраф яс. Уна водительлы тайы рейдис лос кожинен. Юр карса эти возащан шырин воджин стоянка тайы рытавалы джиктыр. Уджалан лунбарын ез во машню башны. Сык косты суд приставия смартфон отсыган сканируйтесны машина яс. Ринолан кыжайн абу мунтыма кыкшурс даскоймад вон штраф. Кыкшо шайт. Ковмис гытырыслы бергадны дылксы. Пырыш-пыр мунысны банкоматы мынтышны. Просто в банкомате, да? Давайте пойдемте, я пойду скажу. А сотая фиатлан кыжайыныс уджья залыма шометымын щурш шайт. Но суд пристави аслан ужалык косты водитель сэджи эзы матыщи аслас машина дора. Водитель данного автотранспортного средства был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Рейд дырье, погона яздырье матыщи с мужичей. Да йортис, мы не лын по эти машина дорын, куйла не уджит пакет. Пыржа места выла корисны патруль, туялым барын лойга гарвана. Тая абу взрывчатка, а такадан аслас машина дора матыщис, хондалан хыжайка. Сылан дылгыс вид щекомын щурс шайт. Если задолженность составляет соразмерную сумму стоимости автомобиля, данный автомобиль, возможно, сотрудники опечатают, будут арестовывать данный автомобиль. Хонда арестуйтесны, но колесныны влы виджем влы. Вы можете на ней ездить, вы можете ей пользоваться, но не продавать и не передавать третьим лицам. Это ваше хранение. А сколько длится это хранение? Ну, вы завтра подойдете, например, мы вам требования выставим, вы завтра подойдете, мы с этого говорим. Нет, но на хранение. Но сколько длится хранение? Я вот, ну, до момента как бы передачи на реализацию. Тачем рейди осночены бы две жен республика пачтала. Щижим тылыщен мобильное приложение отсыган суд пристав яскыскисны комын вид миллион шайцая. Ставыс мынтытым штраф. Унжыкыс код юран руль саян ветлымыш. Ирина Хозяинова, Наталья Литкевич, Дмитрий Ведерников, Юрган телеканал, Сыктывкар. Ыны недыркэ жла сутлам рекламавалы. Общественная палата вечка в науку титыщая стыдмащисная котырлан ужалан ноккэд. Талон вызвещены палата кыкшо щижим морд. Ын я созывлен ужалан кадыс помаще ноябрен, а августын заводитесны чукартны вызем яс выль общественники асэс бырьем кужа. Талон кежлы заявка щиталан кад помащеснен. Каштыш там дас кандидатес вызяс юралыш, дасэс госсовет, иныштат тамындас общественный котыр яс. Стыджика Татьяна Хатанзейская. Общественная палата овечковна око титыщи с уна, как шо сая, но медвуджа пана дай штом дырьи тыдов чиз. Ужавны сос пужаман оз уна анкасены. Тот мачны палатылан ушка двое сынцаман нелямон морд. Общественники стала из чуйманы. Шуона ужас щекыд, бочта уна кад. Медвудж кола чорода думышны, а мы ими вермовычны буртор езлы. Задавайте себе в первую очередь такой вопрос. Облегчение или исчезнение?
То есть критиковать уже Валентина Васильевна говорила, значит, проще простого. Сколько угодно. Но я считаю, что если вы собираетесь высказаться с критикой в адрес администрации, главы города, неважно, чей, скажем, адрес, да, но вы должны как минимум против этой критики иметь два предложения. Общественники сводят мечер мог, дон явно олан пасес, да уж тасес, мой порчен республикан. Самым того, ко масквидлавны, чижим даст гагар документ. Так инжи, ижит уж нуадана, абу коммерческой котырьеслы отсала могущ. Когда приезжали на семинары представители различных грантополучателей и от президента, и от Общественной палаты России, говорили о том, что из Республики Коми очень мало поступает заявок на гранты президента, на гранты крупных грантооператоров. Оказывается, есть те самые такие насущные вопросы и проблемы, которым необходимо учить. Кто этим должен заниматься? Конечно, несколько институтов, безусловно, но в том числе и Общественная палата. Палата Овечковна окутит еще спасены, которые еще у школы пачкадны. Медвоч чукартный вуль состав, куда озло и чума политика кад. Будут ли больше таких людей, которые не принадлежат никакой ни политической партии, которых никто никуда не проблем, но у которых есть реальные дела, в этих людях можно судить уже реальные дела. Та я юалам сакупад иснанин федеральный чупадын. Никакие депутаты, даже местные, не смогут быть членами Общественной палаты. Более того, новый закон говорит о том, что членам партии придется на время оставить свой мандат, если он хочет быть представителем общественности. То есть еще раз подчеркивается, что член Общественной палаты должен быть беспартийным, да, и быть, не, как сказать, непредвзятым к деятельности политических партий. Но что эти воздем палата лишь приемная с коловочтина быт кар районан. Медумалы сейчас вермис на кольно, а щены с воздем яс, да юртно мучат яс силыщ. Татьяна Хатанзейская, Таисия Шляхина, Олег Жуковский, Юрган телеканал, Сыктывкар. Еж в опас есть чужан лун, район Летуры Светы Манкуево. Талунтая тычана промышленная ширин, одеж ван ужалены гырыш омысяс. Сыктывкар СЛПК, фанеровочан завод, севлеспил кутыр. А улыщаслан лыдыш чырсымыть так же Ущинск да Печоран. Константин Куратов кежавлыс гажвала. Шойчан лумеса щулы съекты сэжвален матостав микрорайон. Турунвиш парк щанькыны лептаны едворыч, слабыда саплошадяч. Медводяч, котрлысны том, картопельлы щуем гаж. Виджиды счастлы щулысны бодняньи лыщ частушкаяс, мужичаяс петкрлысны выньер, лептедлысны картопель мешок яс. Люблю заниматься личными делами, которые связаны с природой, в том числе и с картошкой. Помогаю знакомым. Вот иногда бывает, даже соревнуюсь с некоторыми. Пасисный ёкмыз да свит, бур вычемтор акция пырочищасэс, вэлэмка эжвасак пудьен, тачаму сунанин. Шуа мэти котыр весалэма автобус суфтланыньяс, котка мездама выищас, котка лэптэма челядь лыворсан площадка. У нас самый дружный двор, самые дружные соседи, всегда все вместе, собираемся, постоянно месячники делаем, убираемся возле своего дома. Следим за чистотой, за порядком. И вот для детей решили собственную площадку сделать. Выставка «Юрты слогты счастлы» пустрыть, чем лучше история. Тан и комик яркаяс, вичко да мельничаяслен, стыч макет яс. На СВ чимащ став пором черти. Мастер яс костын конкурс, чистны слободален, нёльща комын воща юбилейлы. Брышщикт подулын, кыжедным шырын артмес быца район. Все это традиционно для нашей республики Коми, конечно же, в том числе и для Слободы. Макеты вызвали очень большой интерес ежвинцев, всех гостей ежвы, потому что напомнили кому-то детство, кому-то бабушкин дом или еще что-то связано у каждого человека. Поэтому каждый посмотрел, открыл дверку, заглянул в окошко. Мастер яс мичмадесны уличаяс щумат пуда нюрясыщ вычем турясан. Первомайский щемья вайма капыщ утка да паньяс. Мужики его чаще гортын. Утка я застав мейкеса. Не башен из бурака житис. Йозус приветливая. Мы сейчас все там. Йозус зелу на. Коды мы берем, коды мы. Он же как се паня смотрелены. Челяй доверщил был и суна быть чем агажет чанин. А с волозили сейчас вошталась на палатка, я сдаву защитную дача волокола на Торьесан.
сувенир язда гижета футболка эсэн. Готовились мы всем миром, как это называется. Мне очень приятно, что очень много волонтеров задействовано здесь, в мероприятиях и на дневных площадках, которые были. Мы в этом году экспериментировали и парад зонтиков, и праздник картошки, и традиционный, может быть, день варенья, где варили варенье. Я считаю, что все удалось, и все это благодаря, собственно, людям, которые принимали и в подготовке участие. Гажачан программа «Мечер юканы» свелись рытно, стая эш во вещь тенкодювяз концерт. Видите, ты сейчас водин петкачисны так, че скотер да артистес, а такада да штыщи скылкем издасет, ок мы издасет воящая кодю, мираж котерлен вэвлам щилыщ Наталья Гулькина. Но больше все равно как-то Урал, вот в ту сторону, вот, но в Коми тоже бывали, и в прошлом году мы были с, как бы, с одними из солистов «Миража». Через «Мираж» много же прошло исполнителей. Была Светлана Разина, был Рома Жуков, еще какие-то ребята. Вот, в общем, слава богу, встречают очень хорошо, прекрасно. Я думаю, что и сегодня будет так же. Единственное, за что я переживаю, это то, что так далеко сцена от зрителя, понимаете? Я привыкла работать вот в близком контакте, потому что, ну, я как, выплескиваю всю свою энергетику, и, получается, я ничего обратно не получаю. Я боюсь, что к концу концерта я буду вот как выжатый лимон. Поэтому я люблю, когда публика рядом, и я с ней, в общем, контактирую. И им весело, и мне весело, и гораздо так лучше. Надеюсь, что все сегодня тоже будет круто. Эж вас ощущающая с Челомалась начулыща с Горзаман. Артистка Кыпады свечены сейчас лучше Руса и премьера СН. Мы он на паджи вещи эту везвищ. Анималана дискотека чулась Кыкпов. Виджеты сейчас корисны. Пасьям Наталья Гулькина некому начлет чулась сцена влыщ да уна щорнитый съезгад. А концерт помен, эж вас ол сейчас лопеткадлесны вэвлы там пиротехническое шоу, съесть мичмадесны нышта лажер да ловья биен. А сэща эж вовечнын грымаптес салют, слэба дал ищесны стыч нёльщо комен залп. Константин Куратов, Василий Янин, Юрган, телеканал Сыктывкар, Эжва район. Клюк в авитет пленерло смеч авитланан, черпасалыщи остаюсь вылынны Арктикан. И у навиджедла сэн волосны княж погост район са Козлор грезде. Кынын уадлысны медводжа кыкаджишлы. Состем сына дын черпасалыщи ащигертысны вой вылыны заводитла мужьяс. Заиграла шарманка, ночи догорели дрова, как трава на пожаре, остались от песни слова. Лынь-лон лыбачас лэнчулэм грэсца оласнук. Таны шерпасалыщас ужалэны воджасывщань. Козлорден нае сымын кыклун. Тая каден колашигертны войвылын заводите мужьяс. Тая со Сыктывкарыш Кристина Овщанкина эзудит помавны ульпу водя высна. Сие даслэн ужьёрт Москваш Людмила Горенкова клюква вылын медводжаш. В голове на самом деле сумятится, потому как впечатлений много. Как-то эскизы сделаны, фотографии с красивых мест, по которым садись и пиши картину. Но просто так всего много, закрываешь глаза и все это представляешь живым. Вот. Ну, до выставки просто хочется успеть как можно больше нарисовать. Войвола ветлам пленера пырачища слэлоус вульторен. Тылыш югарулан тундра, карской сарыжнын берегяс, вайгач. Арктика илыш каштылымяс, тая холстяс вылын. Котыртыща черте тая клюква дыри медуна ветлысны. Торьянин черпасалыщас. Ражны да чукартны картина ясналы комылыс лунна снекумыныш. У нас все пленеры очень разные. И такая история проживания этих пленеров, она показала, что надо двигаться, надо все время двигаться. Почему вот клюква берега, это такая метафорическое такое название, берега, а берега, то есть то, что бережет и направляет поток движения. То есть мне очень важно не застояться в каком-то вот таком месте, а двигаться. Двигаться, открывая какие-то интересные места, интересных людей, какие-то направления в искусстве. Козлор тая юдорен и четик грест. Селоус чужан керканьен, вишталын шерпасалыщас. Сечи солыщас, а тая сымын некымын морт, окота пырыш виджедене вомаз бурша.
Шонет зерчок тепир не щер пасал щасе скіркаєсе. Ціє ми ставис або асмістан, да греса у ласнок, вулаке став лишилам власвоа і вєщик іше де гіжне. Санкт-Петербургиш Віра Петровська, але кажучи, щер пасвила ішень пир вєщкалиш рим. Більше всього, звісно, запомнився сам остров Вайгач. Вот эта вот природа такая девственная, еще нетронутая цивилизацией, и люди очень простые. Ну, на севере вообще такие, они открытые, добрые, и это было, конечно, совсем, ну, по-новому для всех нас, вообще вырваться из нашей привычной среды, и мы переместились в какой-то совершенно новый мир, другой. Поэтому, когда мы вернулись, было еще ощущение, что это все какой-то сон. Мужичи яслен керкан ловже кыр. Тачым яр югыдан Юрий Лисовский аджис сие шонды пукшиген. Секи гырден был вещик сынад, мечтала шерпасалыш. Ну, черно-белый, вот это некая вертикаль цвета, то есть когда земля с небом соединяется. Еще графика, она как некий такой стержень, где вокруг чего, допустим, рождается. Надо, кстати, и забрать. Сотвей, гаммы там, и какие-то другие понятия. То, что у вас основа черно-белый. Да. Ну, и поэтому надо, графика больше занимается таким вкраплением цвета. Витет пленер дырье эссымын вырвавылы щерпасавны. Щекыт мог, петкадлыны виджетлас ясхолствылын пыртыма олыма. Традиция щертенин клюква щигыртас выставка. Вощасы август дасквайтед луна югар шоринын. И первый официальный ЮР. Коми Республикаса телевизионный канал от уягала суйта лунка дьютеден ЮРТе. Мой август дащу жмет даску кямсед луньясе. Госовет стройбан, а мещичесе Сыктывкарын коммунистическая уличинка кямсед номера киркан. Ну а дасне дон боштек да мынтышана эфирне кадюкле. Юрган телеканал да Юрган радиоканал вын бырышем вожувса агитация нуадым была. Госдума кандидат яслы август дащу жмет луна дас часы, ну а дасне дон боштек кадюкле. Матыса кадюкласны. Август даскы кямысед луна юра алышлан посвыла кандидат яскосты нодасны пудящем дон боштег эфирны кадюкле. Дас часын. А кык час лунын мынтышана кадюкласны. А госсоветы кандидат яслы жеребевка нодасны дас кык часын. Тая баража дон боштег эфирны кад. А куем час луна мынтышана кадюкласны. Сидже Юрган телеканалда Юрган радиоканалын. Олан пашерти жеребевка пырычыш яслы кола үстыны Юрганы кабала вылын заявка. Итак, звукожламиан ставис атте, мы виджеденит бианас.